друзья, полочка практически готова. Осталось только обезжирить и покрасить. Обезжиривать буду вот таким вот универсальным средством. Виксен аэрозолем. Просто тряпочкой подлезти в какие-то труднодоступные места нереально. Аэрозолем можно же обезжирить полностью изделие без всяких хлопот. Потом излишки просто протереть тряпочкой. Красить буду также аэрозольной краской фирмы Vixen, грунтэмаль по ржавчине 4 в 1. Очень удобно пользоваться, не нужно предварительно полностью удалять всю ржавчину, не нужно предварительно грунтовать, ждать пока высохнет, затем красить и затем наносить декоративный лак. Все эти свойства в себе сочетает уже данная краска. Итак, друзья, получился вот такой вот интересный результат. Вот такой вот узор на проволоке, похожий на кофейные зерна. Получилась вот такая вот обувная полочка, обувница. Самые большие элементы изготовлены из трубы 20 на 20. Длина заготовок 2,250. Закручены на лекале DL4 от станков профи. Итак, друзья, если видео вам понравилось, ставим палец вверх. Мира, добра. До новых встреч в следующих роликах.